Эти башенные краны перешагнули полярный круг. В глубине Кольского полуострова растет Мончегорск, совсем еще юный город Заполярья. Только за последние годы население Мончегорска получило более 60 тысяч квадратных метров жилой площади. Здесь уже построено 22 школы, 11 клубов, много читалин и других культурно-бытовых зданий. Этот благоустроенный современный город возник 20 лет назад, когда в безмолвную тайгу пришли советские люди. Теперь Мончегорск – город металлургов и горняков, строителей и железнодорожников, крупный промышленный центр Кольского полуострова.